ня кури ня сохтан хоткар кутпиенан Йошиена паратос ям якто сая кемитайе Куриена паратос ям якто сая кемитайе Витиен суйпи суинкат пос позие сам тумутитайе Тиен нюзпикат пашме курия сам тумутитайе Хатлиен манти сапьям шир Сигареты потом, пока курим, тут потом надо определиться здесь. Винай каре михае, винай Боже, пока Я тоже 30 лет не катаюсь. Не на экскурсию приехал. Я эти насосы знаю. Запусти на 4 чувак. Кочегара оставляем. Оставляйте. Ну придумывайте, блядь, проблемы для того, чтобы нихуя не делать, блядь. Чего вы, блядь, я сказал нам? Ставьте и работайте там. Для меня, конечно, это ново, но все равно большой опыт как-то в дальнейшей жизни. Вот, и подумал, деньги как бы не маленькие, как бы платят, блин. Загорелось, все, поеду. Вот, оказался здесь. Думал, сейчас месяцок побуду, пошароебусь, но как оказалось, что приехали, ничего не налажено было. Пришлось выполнять пуску наладку полностью, все. В жизни многое повидал, но, скажем так, что как здесь, не уставал еще, наверное, ни разу, блин. Даже в армии намного легче было. Но горе хапнули, конечно, немало. Это было страшно. А вся жизнь перед глазами прошла, блин, молодая. Короткая такая оказалась. Ну ничего, тут фу, нормально все, как бы, блин. Вот за это переживали, за людей. Потому что шибанет так, что мало тоже не покажется, блин. Может и кого-то убить. Проблем много. С оборудованием, оно старое все. Это у станки 77-го года, блин, 85-го, кого они списаны давно уже. Металлом, недоделанный. Тут эти насосы, это пиздец, блядь. Блядское все здесь. У нас супер охуевал. Первый раз с такими дизелями, например, дизелем сталкиваюсь. Здесь... Дизель, который вы прислали, мы с двух собирали один, собрали, еле. Присылают дерьмо-то. Где? Металлом взяли, сюда прислали там. Насос в упаковке, его, блядь, на помойке кто-то нашел,
покрасил и прислали. Мы его разобрали, он, блядь, заклинивший нас. Ржавый, блядь. Ну, такого барахла, как здесь, давно не видел-то, не встречал даже. Сколько дерьма здесь поубирали-то? Все собирал. Смотри, запустили дизель, масло везде побежало, всех щелей, с трубок. Мы начали затыкать все это, убирать. Так весь день бегали с этим ведром, там доливали, заливали, вытирали. Из дерьма конфетку делаем-то, все своими руками-то. Страшнее видал. Опыт хороший зато будет потом, чтобы работать. Потому что такого, наверное, больше нигде не встречу, как здесь. Мы приехали сюда бурить, а не ремонтировать буровую. Мне нужен результат на сегодняшний день. Я вам деньги плачу за то, чтобы вы результаты какие-то приносите, а не за того, что вы просто там ходите из угла в угол. Мне это не доставляет удовольствия, понимаете? Мне премии нихуя не дают вообще, блядь, уже, блядь, как козлы, блядь, последние, вот это, блядь. Не 13-е, не премии, уже забыли, когда получали. У нас все мысли только о деньгах сейчас. Главное, чтобы платили, и можно здесь и хоть на 3 месяца, на 4 остаться. Да, лишь бы насчет денег обмана не было. Лишь бы насчет денег все нормально было, а это там буровая хоть из дерева пускай будет, лишь бы, как обещали, платили бы и все, мне остальное все идут. Вот такая беда-то у нас-то. Забросили куда-то. Ну ничего страшного. Да, это все? Да. Терпимо-то. Слышите меня, Нерчат? Да, руководство буровой в полном составе на селектор собрано. Селектор проводить будете? О, как же, конечно. Ребят, вы мне можете эту хуйню больше не рассказывать. Когда эта вся хуйня закончится, когда будет конструктивный диалог и когда проблема решена будет, у меня вопрос. Я ко всем обращаюсь сейчас. И мне бошку ебать не надо, блядь. Каким кабелем работать, каким не работать, блядь. Как нахуй оно все делается, блядь. И откуда чего берется, блядь. Ну просто вот мне объясните тупо, тупорылому мастеру, почему так произошло. Вот у меня вам есть одно предложение. Вы сейчас идете, ставите этот кабель, запускаете буровую и бурите. Понятно, да? Больше нет вопросов. Нет. Мы там. Давай развяжи его. Куда? 9 мая. Грамм фронтовых. Если Петрович вместо того, чтобы выпить 100 грамм, он свои фронтовые отдал на нужды производства. Все для бурения. Все для бурения. Это только бурите. Все, прошли дезинфекцию. Да. Руки теперь надо. Горло правильно. Какие трудности? Я просто этому. Вот для меня тут нет никаких трудностей. У старых геологов их не бывает фактически. Нам надо, мы и сами можем всегда, оттянуть, подтянуть. Может, для кого-то это трудности. А мне что? Пацаны собрались, молодежь сейчас вот сама, все активные, все работают. Собрались, быстренько хоп-шлеп, сделали. Я душевно отдохнул. Я просто попал в свою стихию. А бурение я привык так, что... работает.
Дерьма повидал очень много. Даже нечего говорить-то. Хотя бы это буровая-то. Приехали, вы, наверное, сами видели, что здесь творилось-то. Подняли-то, своими руками все сделали-то. Специалисты все охуенные здесь-то. И сварщики, и слесаря, все в одном лице-то там. Годы 30 лет, биология, бурение. Я уже 30 с лишним лет. Я тоже 30 лет в бурении электрика. И я 30 лет. Я, блядь, сам нахуй в бурении, блядь, 20 лет уже работаю. Это везде так говорят. Ну, я к вышкарям никаких претензий не имею, это самое. Но упало там каких-то две гайки, мы даже не определились откуда. Может, просто лежали где-то. Зимой, не веришь, зимой стоит буровая, замороженная. Через 15 дней она зашипела, загудела, она ожила, называется. Уже ничего не сделаешь. Вот я за 30 лет работы впервые стыкаюсь с таким вот фактом. Которая вот эта, блядь, серьга идет на ролик. Фотографируй красную лямку, ты, блядь. Перепошло, блядь, стали не системы. Ну я этим тоже опускал и подымал. А видишь, какая путь. Мороза нет. Ладно, я такой металл порвать. Давай я сейчас, короче, не стирую. Я сейчас позвоню Нестерович, Колю найдет, отправит, он его но утру по-любому привезет. А там на базе мы опять. Здесь не найдем, да? Вот когда ожидание происходит, когда мы занимаемся нормальными строительными работами. Несмотря ни на что, быстро баньку построили, которая сгорела нечаянно. Пожарника вызвали, нет? Далее! Да ладно, Григорий, все нормально. Главное, болото не загорелось и все. Все остальное херня прогорит. Да, прогорит. Я уходил, ну, сегодня, она была нормальная баня. Да мы сегодня на работу уже не идем, да. Все, успокойся. Ну, баню это без меня полили. Вот такой процесс буровика. Все время в движении. Это тоже сюда такие толпы. Маше домик построили. Нормальный домик, в этом домике будет жить Маша. Маша растеряша, да? Thank you.
баню вон какую замечательную построили. Вообще обалдеть можно. Приеду домой, такую же поставлю. Тайга, но есть тайга. Ягоды, клюква. От давления помогает. Рекомендую, очень вкусно. Самый лучший повар. Где мы раньше не ходили? Очень приятно. Да. Познакомиться лично. Раиса Алексеевна. Вот как я зашла первый раз. Вот на это болото, на эту трассу. Вот, на место рождения. Так что дай Бог нам, конечно, отбурить. С новыми силами поехать на другое место рождения. Продолжить то же самое. С этим коллективом поработать. Я, наверное, пешком пойду хоть куда. Потому что это моя уже стихия. Столовая отлично. Готовит окрошка, как домашка. Большое спасибо, девчата. Настроение бодрое, идем ко дну. Мое, ты солнце день. В принципе, я не первый день на буровой. Цены где-то в пределах. Нормально. Девчонки нормально готовят вообще от души. Кухня прекрасна. Что вам еще сказать? Ну, останешься домой, не поедешь, здесь будешь питаться. Я? Ну, хули дома делаю, конечно. Тайга мой дом. Ты что материшься-то? Не-не, а что с ним делать? Они там уберут, они в своем этом хуйне пик-пик поставят и все. Чего поставят? Баня есть, столовая есть, все надо. Все. Доброе слово скажу Петровичу. Николаевичу доброе слово скажу. От всей души-то, от всей души-то. С мужиками хоть с хорошими познакомился? Познакомился с мужиками, с хорошими-то. И от всей души говорю, пожелание вам и себе это то же самое. Терпение побольше. Да я всем просто желаю здоровья, чтобы были все здоровые. Мы победили. Сюда и с мешками денег домой и свадьба. Вот. И уже отдыхать можно.
пошла, ёбаный в рот, сука, родные! О, вот это мастер у нас, он весь и нечего в Мазалинах, а? Вот сука уродина, а? Только в России нефть добывается. Да, мы нефть добыли. Мы у вас и Акимичевом. В России только нефть добывают. Ну а что про нефть тебе сказать? Это самое, да. Мы ее уже всю выпили. Да. Вы знаете, русские нефть добывают только такую, блин. И мы ее умываемся здесь, прямо в России. А вам, блин, всем остальным, вашей нефти, покупайте, если хотите. Блин. Куриня, куриня, сохтан под харкпиенан. Йоши ена бар тус ям як туса яке милтайе. Кури ена бар тус ям як туса дуаке милтайе. Веди ен суй пи суин кат пос пос е сам туму ти тайе. Ти ен нюд пи кат пашме кури я сам туму ти тайе. Хатиен манти тап ямшир, тичиен манти тап ямшир.